Стой! Дальше тебе нельзя. В сторону. У меня важное дело. Не пускать людей тоже. Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь. Дело в том, что мы с Фидием так давно не общались. Ты же понимаешь, о чем я? Последнее свидание перед судом. Ему, считай, конец, так что не стесняйтесь. Только не говори никому обо мне. Угу. Извини, что напугала. Как ты справилась со стражей? Ты первая, кто смогла? Тише. Я от Перикла. Хвала Афине. Я в него верил. Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу. Надо вывести тебя из города. Он знает о заговоре. Ты про суд? Похоже, у тебя не шанса. Народ меня любит, ведь я Фидий, но есть и другие. Вот. Малака. Значит, Перикл спасает тебя не от суда. Это приказ убить тебя. Кто автор? Я не знаю, кому доверять. Я скульптор. Я хотел лишь творить. Прошу, скажи, что делать? Сначала постарайся успокоиться. Тебя ждет суд. Люди против тебя. А теперь еще и культ хочет твоей смерти. Говорю же, успокойся! Да, конечно. Ладно, надо идти. Ты знаешь, где тебе можно скрыться? К югу от Афин есть остров Серифос. Там живет мой друг Ферос. Я послал ему весточку, когда узнал о заговоре. Думаю, он сможет помочь. Мне нужны любые сведения о личностях культистов. Да, да, конечно. Стража! Я отвлеку их, а ты беги. Вечером отправимся на Серифос. Пока не встретимся, не открывай лицо. Я понял. Решила, что можно приходить и уходить, когда вздумается, а? Эй, где ты там? Фобос, вперед! Oh,
если подождать, Фидий, быть может, появится. О, ты пришла. Я начал волноваться. Я обещала увезти тебя из Афин. Это правда. Не будем понапрасну тратить время. Плывем на Серифос, пока можем. Точно туда нужно, капитан? Не разделяю твою уверенность. Мы вышли, что покину Афины навсегда. И я не раз покидала дом. Надеюсь, вдали от Афин культ меня не достанет. Они набирают скорость! Будут таранить! И что с ним случилось? Он не успел даже спуститься. Шар вулкана обратил его в пепел. Не все тайны стоит до конца разгадать. Хороший корабль. Не надо этого. Чего? Пустить беси. О, я вовсе не хотел мешать. Просто не так часто мне доводится выходить в море. Здесь свобода. Да, свобода – верное слово. Хотя меня уже слегка мутит. Перегнись за борт, что придется убирать. Вижу какой-то груз. Твой желудок тоже будет. Ничего, привыкнешь. Скоро будем на Серифосе. Идут на таран! Готовьтесь стрелять!
рад видеть тебя в добром здравии, Фиди. Спасибо, Ферос. Как видишь, я прибыл не один. А, добрая воительница, о которой ты мне писал. Я рада, что спасла его. В свою очередь, я кое-что узнал. Убить Фидия планировал человек по имени Брисон. Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Да. Попрощайся за меня с Периклом. И будь осторожна. В Афинах сейчас небезопасно.